гоняют на поворотах. Ну что, почти 800 километров преодолели мы. В Вологду приехали. Первая заправка в Лукойле. Сейчас племянницу высадим в общагу. И поедем уже к друзьям моей жены. Машина не подвела, нога тоже. Так что настроение позитивное. Завтра будем смотреть все достопримечательности города. Ну вот мы и в центре Вологды. Смотри, кстати, ничего не напоминает тебе? Пизанская. Пизанская башня? Такое ощущение, дорога с забором немножко так, как будто она тоже наклоняла. Там центр, блин. Она сейчас сказала, что мы проезжаем, будем в центре. Проехали, сейчас едем за город. Вот такой вот, идем кататься на горке. Санаторий Источник. 20 километров от Вологды, от города. Проходная. Горка длинная. Ну, я прокачусь. Давай, подтолкнуть тебя. Мама уехала далеко. Блин, что так долго идешь? Далеко доехать там? Да. Безопасно? Хорошо. Держи камеру. Объектив не закрывай. Ты куда? Чего, поехали? Ты че, что ли? Да я ж пошутил. Все, ну че, народ, погнали. Сереж, давай, не будем рисковать, вторую ногу ломать. Давай. Бери камеру. Ну че, вот с моря пришел, сразу в санаторий. Под Вологодской областью. Полноценное лечение. Красота. Самое главное, зимой никого нет. Я один в этом санатории, не поверите. Всем советую. Юлиана, куда разогналась? Бибику взяла? Бибику можно. И в запретку, да? И в запретку сразу. Ну а что ей не подняться-то? Вполне. Что такое в морозную погоду там кататься вот на этих горках, это, наверное, не вариант, да? Можно пока едешь в ледышку превратиться. В том году, с Соней день рождения, 2 февраля, они ездили здесь купались. Может, прогревается как-то там она, труба.
пришли в аквапарк. Здесь у нас зоопарк. Там горнолыжка впереди. Вот такая красота. Сейчас пойдем смотреть зверей. Где Антон-то? Ты открой, нас ничего не видит. Виды-то покажи ей. Подойди поближе-то. Покажи. Ребенку. Видно? Смотрит. Есть такой. Я сначала издалека подумал, что это белый медведь, просто немножко грязный. Я тоже сначала так подумала. Маргарет. Кто здесь у нас? Красавец посмотреть. Такой. Лис. Голодный лис. Афоня. Альпака у нас. Нет. Да и в рот. Не попала. Ну такая. Так. Так надо, ты не бойся. Вот. Ей не нужна твоя вся в опилке. Это вы специально купили, да? Моя покормить? Да. На. Красоту такую. Это лень. С рогами, да? Все правильно. Ты ему понравился. Кому не нравится? За ушко. Да? Вся под впечатлением. И спать перехотелось уже, да? Какой там спать? Глаза по 5 копеек. Кабаны. Находимся под Вологдой. Где-то в 40 километрах от центра. За глаза твои карие. Смотри, глазками все, да? Красавица, да. Подожди секунду. Мне надо показать колени. То она на колени. О, блин. Гусики. Кря-кря-кря. Ильяна, ну-ка повернись к папе. Замечательные ребятки. Сурикаты. Такого бы потискать, да? Завести такого можно дома себе. Еще кого завести ты хочешь? Да, сурикаты. Вот что-то, чтобы покормили. Енот. Пьет водичку, енот. Вот у него нужно накупаться, не скажу это. Енот. Какой он? Куда-то смотрелась, маняша. На лестницу. Опс. На лестницу. Енот. Они раздельно живут, наверное, конфликтовали. Да. Какая животная? Ковраз. Черепаха? Да, лапы лапу у нее там щат. А? Лапы так торчат куда-то. О, видите головой? Какие там маленькие такие. Смотри, еще один. Лемур. Лемур. Лемур.
Для моря. Лянка удивится такая. Поздороваться с тобой прыгнула. Смотри, какая красота. Карликовая обезьянка. Обезьяна. О, она даже лапу выстрелила. Какие у нее ногти украшены. Ничего себе. Обезьянка. Видишь ее? Она, Антон, смотри, лапу даже выставила. Смайлик. Название смайлик у него. Майку можно. Да, это не красиво. Игрунка обыкновенная. Ну, камера. Ну, камера. Спаси, мама. Спаси, мамочка. Спаси, мамочка. Спаси. Сидят, грустят. Смотри, какая за бега. Смотри, какая за бега. Видите? Ед. Опасный паучок. Красавчик. Королевский питон. Шкуру скинул. Зонозавр. Плохо видно. Вася. Тоже непонятно, живой или уже нет. Как-то странно лежит. Вот так вот люди купаются на улице в аквапарке. Зоопарк прошли, все, сейчас машину и едем домой на обед, потом достопримечательности в город поедем смотреть. Александра Невского будет. Это у нас, как ты говоришь, Кремль? Кремль, да. Вологодский. Так, ну пойдем ближе к Софийскому тогда. С другой стороны получается. Да, вот что. 17 часов. Спит малявка-то? Да. Все, всех снимаю. Всем привет. Да. Посмотрели там. Антон немножко рассказал истории. Я по Вологде молочу. Даже зрение не испортил. Да, конечно. Вот здесь, в этом дворике, значит, ставили сиденье. Ага. Где-то там, я не знаю, это там от крыльца, там до стены. А вон там, в кирпичной стене, стоялся проектор. Ага. И вот ты здесь, короче, сидишь, как бы, смотришь, тут у тебя
Вот этот дворик, которому там, не знаю, 5 столетий, короче, смотришь кино, там часов 10, в 11 вечера оно всегда начиналось. Тут чай раздавали, и как бы я вот, ну, частенько захаживал сюда. Фига себе. Ну, это все лето, да, на протяжении всех теплых дней, короче. Ну, это вот, знаешь, там, в 11 году, в 13-м они были, в 15-м они там часто приезжали, где-то с 11-го года. Но в последнее время сюда приезжать перестали, потому что денег закончилось. Это слоган был «Вологда, культурная столица Севера». Территории Вологодского Кремля находимся. Там просматривается Софийский собор. Красота. Это какой-то дом глухой. Ну это как бы центральная площадь здесь получается, да? Исторический центр, да. Красота. Ну что, ребят, давайте подытожим. Подытожим наше путешествие по Вологде. Посмотрели мы Софийский собор, значит. Там Кремль Вологодский. Вот, все замерзли, сейчас едем, значит, в магазин. Ну и поедем рад домой спать, и завтра домой в Архангельск обратно возвращаемся. На этом все и заканчивается наше путешествие. Город красивый, дороги ровные, претензий нет. Всем советую данный город для ознакомления. Всем пока. Все, сейчас ничего не трогайте, просто держите в объективе, просто можете отойти. Вот просто так? Вот, съемка уже идет. Сейчас съемка идет. Просто снимайте и останавливайтесь на кадре. На нас. Просто встаньте и на нас. У вас палец на кадре. Надо нажимать. Палец в кадре, наверное. Ага. Вот сейчас, наверное, нет кадра. Так, просто иду и просто, все. Не, просто можете подержать чуть-чуть, подержать. Гляна, смотри туда. Ой, хорошо, хорошо, молодцы, молодцы. Смотрим, смотрим. Смотрим. Не, вам идти-то не надо, вы лучше остановитесь. Чуть-чуть подержите. Ну, ну все, все, иди дальше. Снимали, короче. Ну, видео будет, что. Хорошо.